Если посмотреть на динамику голосования за ПКРМ, то с каждыми новыми выборами мы добивались нового улучшения результата. 2005 год. За ПКРМ голосует 21 090 избирателей. В апреле 2009 года голосует 24 790 избирателей. В июле 2009 года 24 853. В 2010 году 27 849. В 2011 году 29 680. Таким образом, в среднем, если посмотреть динамику голосования за партии коммунистов по сектору Чеканы, то в среднем мы имеем от выборов к выборам примерно на 2000 избирателей больше за партию коммунистов по нашему сектору. Можно даже предположить, что если мы не сбавим обороты, то даже в нашем районе мы побьем на следующих выборах новый рекорд, новую планку. У нас будет 31 тысяча избирателей стабильно проголосовавших за партию коммунистов. Если мы не сбавим обороты. Я понимаю прекрасно, что здесь есть один нюанс. Понятное дело, что и Центральный комитет, и секретари Центрального комитета, председатели партии хотят видеть результат сразу серьезный, ощутимый. Но есть реальность, есть участки. И самое главное, что мы идем вперед. Мы идем вперед, мы не останавливаемся. Идем вперед благодаря тому, что у нас есть вот наш коллектив, есть вот мы, коммунисты. Я искренне хочу выразить благодарность тем коммунистам, которые самоотверженно, бросая личные дела, семьи, шли в народ с листовками, газетами, месили грязь села, на улицах частных секторов, бегали по лестницам многоэтажек, прикладывали все силы для победы. Также хочу поблагодарить секретарей перечных организаций, которые смогли организовать работу в своих перечных организациях, которые на личном примере вели за собой товарищей.